Семья из Барнаула отсудила около 1 000 000 рублей за смертельную аварию. Речь идет о резонансном ДТП, которое произошло 30 июля прошлого года на главном проспекте города. Водитель «Инфинити» превысил скорость и врезался в автомобиль «Тойота Королла». В иномарке находились супруги, которые от полученных травм скончались на месте. У них осталась несовершеннолетняя дочь. Через суд бабушка девочки добилась страхового возмещения, штрафа, неустойки, компенсации морального вреда на сумму почти в 900 тысяч рублей. Хотя изначально страховая компания виновника ДТП отказывалась платить. Добавим, что уголовное дело по факту смертельной аварии было прекращено в связи с примирением сторон. В противном случае виновнику гибели двоих человек грозило бы до 7 лет лишения свободы.